Более 56 километров протяженность велотрассы «Вело-1». Она проходит по живописному берегу канала имени Москвы. На трассе расположены пункты проката и комфорт-станции, где можно отдохнуть и перекусить. На одной из них Илья Поначевный и Ирина Роднина встретились с Дмитровским женским хоккейным клубом «Торнадо». Девушки рассказали о подготовке к новому сезону и пригласили на первую игру, которая пройдет уже 5 сентября. Затем глава вместе с хоккеистками прокатились по трассе «Вело-1». Советую людям сюда приходить. Все, я смотрю, ездят здесь на велосипедах, катаются, бегают. Вот. Сразу видно то, что у нас город такой спортивный. Покрытие велотрассы выполнено из экологичного материала – гранитного отсева. Характерное шуршание гарантировано. Вместе с трассой растет и ее инфраструктура. Анна Шохина на «Вело-1» впервые побывала в прошлом году, сразу после открытия. Сегодня девушка отмечает изменения налицо. Сейчас здесь уже и больше велосипедов стало, велосипеды хорошие, новые все. Интересно то, что есть точки, то, что можно остановиться, перекусить, отдохнуть. Также есть кондиционеры, если жарко, ты как-то немножко посидел, отдохнул, поехал дальше, перекусил. На данный момент вдоль велотрассы проводится благоустройство. Уже завершены работы по озеленению вдоль маршрута. У комфорт-станции в Дмитрове обустраивают парковку на 50 автомобилей.